Здравствуйте, дорогие подписчики! Я сегодня хочу поделиться по просьбе некоторых людей, значит, чем мы обрабатываем ролики, в каких программах и что мы с ними делаем. Я сразу скажу, что мы обрабатываем ролики непрофессионально, то есть все, что есть у нас на канале, вот в основном это обрезка, подборка разных этих моментов, объединение их и вывод и ужимание для интернета. Значит, работаем мы в двух программках. В основном этим занимаюсь я, иногда муж. Первая из них для конверсии видео. Сейчас поближе поднесу название, чтобы не сковеркать его. Видите, да? И, значит, вторая программка, это вот так вот называется. Это программка для ужимания. Handbrake. Начнем с того, что я видео монтирую. Я сразу скажу, я поделюсь тем, что знаю сама, потому что подробно, глубоко в программке не разбиралась особо. И покажу, как ставить водяной знак, как мы ставим водяной знак. Значит, смотрите, прежде всего мы добавляем видео. Для этого мы нажимаем Add File. У меня уже здесь видео добавлено, но вот покажу. Add File. Выбираем, где находится видео, либо здесь, да. Ну, вот я еще иногда здесь. И выделяем те файлы, которые нам нужны. Чтобы можно было видеть, можно вот так сделать вид, крупные значки. Тогда видно, какие файлы выделять. Ну, это удобнее, например, мне. Если вам нужны все файлы, тогда, конечно, так. Вы выделили и говорите «Открыть». Понятно, что не открывается. Сейчас они у меня уже открыты, эти файлы. Я начала обрабатывать для вас видео, как мы ездили, искали поиск жилья. И пикник вот свой покажу вам. Значит, смотрите. Первое – это мы выбираем, в каком файле сохранять, в каком этом, ой, забыла, короче, вы поняли меня. Значит, мы сохраняем формат AVI, выбираем его вот здесь, значит, нажимаем HD видео, видите, да, и выбираем AVI, так, AVI, вот HD AVI, видео AVI, значит, выбрали, да, вот он у нас. Покажу, как выглядит поближе. Значит, вот так. HD AVI video.AVI. Понятно, да? Ну, для тех, кто... Я понимаю, что профессионалы могут сказать, что зачем так подробно или что. Но меня просили люди, которые, так понимаю, не разбираются в таких программках. Я сама не профессионал, я сразу скажу тоже. Но чем могу, тем поделюсь. И, значит, выбираем, куда мы будем сохранять это. Сохранять мы будем в данном случае у меня это... Вот я выберу, куда сохранять, значит. Сейчас, быстренько. И переконвертированный. Вот так я сюда выбираю. И все. Значит, оно у нас будет сохраняться. Далее, что мы делаем? Для того, чтобы нам смонтировать видео, мы берем, например, вот выделили видео, которое мы хотим смонтировать. И говорим «Подгонка». И начинаем здесь подгонять видео, что мы хотим. Значит, смотрите, включаем. Привет! И смотрим. Что здесь смотрите? Еще одна пачка! Например, нам нужно... Еще одна вода. Вот отсюда, да, 7 секунды. Я вам покажу. Мы ставим 7. Ставим 8, потому что здесь оно появится 7. Всегда берем на секунду больше. Вот здесь, потому что здесь будет до 7 секунды. Вернее, 7 секунды. И... Ставим конец, допустим, смотрим. Посмотрели, посмотрели, нам понравилось до 18 секунды. Мы делаем 18, но обратно же берем 19, потому что обрежет. И говорим «Окей». Вот она сказала «Окей». Вот у вас появляется файл, который обрезался уже. Здесь мы можем еще раз просмотреть его, точно ли нигде не обрезала слово. Немножко программка иногда зависает у меня. Значит, включим. Иногда вот такое происходит. Ну, вот здесь можно проверить, значит, как работает. Вот видите, иногда вот такое происходит. Кстати, покажу. Ладно, не буду это вырезать, чтобы вы ориентировались. Иногда вот так вот она зависает, и понятно почему. И начинает идти видео. Мы смотрим, все ли вошло в секунды. Может, где-то нужно секунду добавить, секунду убрать. И все. Значит, вот. А теперь смотрите. Есть уже видео, которое вы выбрали. Значит, вот, например, 1, 2, 3, вы нарезали нарезочку, да. Здесь вот мы, допустим, отсюда вырезали, мы отсюда галочку убираем. Пошли следующее. Подогонка. Вырезали, окей.
В данном случае отмена. Галочку сняли. Галочку сняли. Когда обработали все видео, и у вас получилась внизу вот такая нарезочка. Вот она идет. Мы начинаем это все объединять. Нажимаем на этот первый файл, потом нажимаем Ctrl и выбираем Ctrl. Обязательно Ctrl, потому что если выберете Shift, да, вот как некоторые выбирают, вот нажимаем на первый файл, потом на последний Shift. Выбирается, значит, вот эти еще файлы, будут двойные файлы. Нам это не нужно, нам нужно Ctrl нажимать обязательно. И вот я сейчас вам покажу на этом, значит, файле. Вот что происходит. Объединила я, то есть выбрала и говорю объединить. Объединила. У нас получились вот объединенные все файлы, видите? Вот они все, по порядку. Значит, здесь везде снимаем галочку. Обязательно. Они нам уже не нужны, эти файлы. Можно их удалять сразу отсюда, можно снимать галочку. На всякий случай, а вдруг здесь что-то не так получится, нужно будет снова делать. Так, сзади там телевизор идет. Сейчас я так поверну. О! И нажимаем «Объединить». Здесь мы сразу можем переназвать, переименовать. Допустим, 1, 2, 3. Нажимаем Enter. Enter. И мы говорим «Конверсия». Нажимаем сюда. И оно начинает конвертировать. Именно формат AVI. У нас снимает с качеством HD в... Вот не помню, Movie... В муви выделив, не помню, муж говорил, но для меня эта суть не важна сейчас. Главное, что мы конвертируем в тот формат, который нам нужен. Я сейчас останавливаю, потому что нам оно не надо. Да, хотим прекратить. Что мы делаем с файлом, который уже выведен? Значит, мы открываем вот эту программку. Ищем файл. Сейчас я найду файл, который у нас уже есть, выведен. Значит, так. Переконвертированные, например, о роликах «Наша жизнь за кадром», да? Нам его нужно теперь ужать. Вот я показываю, значит, он сейчас после обработки важит 571 метр, но мне нужно, чтобы он важил меньше. Значит, я его перетаскиваю просто вот сюда, вот так, в эту программку. Handbrake. Далее, первый раз, если вы много роликов ужимаете, значит, первый ролик нужно будет скопировать название. И мы говорим, куда сохранить. Открывается, вот у меня, видите, ужатые. Есть папочка уже. И вот сюда вставляем название. Это первый раз. Во всех следующих разах, пока вы не закроете, не перезагрузите программу, он будет автоматически здесь вот название вставлять. И говорим сохранить. А далее, что нам нужно выбрать? Мы многими вещами не пользуемся. Многими. То есть я не разбиралась здесь, что можно дальше делать. Нас волнует только ужимание. Я делюсь только тем, что делаем мы. Мы выбираем видео. Вот здесь видео. И говорим ужать на 25. От того, насколько вы будете ужимать, зависит качество. Если вот ужать, например, на 51, будет качество очень плохое, размытое и так далее. Мы больше 27 не делаем, но желательно 25, вот я ужимаю. 25-26. И говорим просто старт. Все. Старт, пошло ужиматься, ролик пошел ужиматься. Кстати, забыла сказать, как ставим мы водяной знак. Ну, я тоже нажму отмену. Нам это не надо сейчас, да, отмена. Значит, смотрите, вот ролик, который мы уже вывели. Вернее, который объединили. Вот у нас идут эти объединенные, то, что я вам показывала ранее. Значит, мы нажимаем вот сюда и говорим «правка». Сверху «правка» есть, видно, да? И говорим «водяной знак». Значит, мы включаем... Сейчас я нажму на паузу. Включаем «включить водяные знаки». Здесь ставим галочку. Потом ставим либо текст, но мы текст не пишем. Вы можете текстом здесь прямо сразу набирать. Мы ставим картинку. Я говорю «картинка». Выбираю, где она у меня лежит. Значит, сейчас я ее выберу прямо отсюда. Так, выберу. Вот водяной знак у нас, папочка. И вот водяной знак. Я выбрала и ставлю. Водяной знак вы делаете под себя. Мы делали маленький. Значит, обязательно ставим прозрачность, какую вы хотите. Мы ставим 0 прозрачность. Можно его такого полупрозрачным делать. И я его перетягиваю на нужное место. Обычно я здесь не подстраиваю все, чтобы цифры постоянно не вбивать, а приблизительно тяну, куда мне нужно. Так, я его поменьше сделал. Вот так. Я его потянула, куда мне нужно. И говорю, применить ко всем. Он говорит, переспрашивает. Я говорю, да, применить ко всем. И говорю, закрыть. Вот здесь. И он его применил, вот видите, если посмотреть, вот так. Вот ко всем роликам. Так,
стоит знак. Вот, следующий стоит, то есть вот ко всем фрагментам, так сказать, сегменты здесь называются. Все, и после этого мы тогда уже конвертируем. Вроде бы все рассказала, и в этих программках еще разбираться и разбираться. Вот можно, я смотрю, и 3D делать, и много вот правка здесь, и эффекты, и кадрирование, и разные-разные моменты. Полезная программка очень. Честно, руки пока что не доходят более так подробно. Мы по чуть-чуть то одно ставим, то другое сделаем. Вот так мы обрабатываем видео. Надеюсь, что было видео полезно. Те, кто просил меня его снять, надеюсь, вы останетесь довольны. Те, кто в более профессиональных программах снимает, не, как это сказать, не осуждайте, не обессудьте, потому что мы в редактировании все-таки любители. Стараемся снять качественно, стараемся поменьше создать себе работы, когда даже снимаем, чтобы поменьше было вот редактировать это все. И ну, вот таким образом мы обрабатываем для вас ролики, чтобы выкладывать на YouTube. И все. Спасибо большое за внимание. Пока.